Колбасы и сосиски «Лайт» от Ясной Горки. Попробуй легкость на вкус. Салат в тарелке – это, согласитесь, самые разные ассоциации представления возможны. Сочно-зеленые прежде всего. Салаты как композиции с салатами как с салатной зеленью неразлучны. Листик к листочку, ажурная легкость и множество изящных комбинаций. Настоящая весенняя еда. Поскольку не было еще такой весны, чтобы мы не спохватились и не начали решительно стремиться к совершенству, которое с парой-тройкой лишних килограммов абсолютно невозможно. Здравствуйте, дорогие! Дорогие друзья, совершенно легкий салат приготовим мы сегодня. Он таки конструктор, основа для творчества, но как раз основу, в том числе зеленую, знать очень важно. Это Цезарь. Один из самых популярных из-за своей вариативности мировых салатов, придуманный более 100 лет назад американцам итальянского происхождения Чезаре Кардини, Цезарем Кардини. Секрет вкуса легендарного салата в сочетании ингредиентов кислинка уксуса или лимона, горчинка оливкового масла, острая нотка чеснока, терпкость пармезана и свежесть хрустящего салата. И вот здесь, еще на стадии подготовки к готовке, стоит оградить себя от опрометчивых поступков. Никакого бальзамического уксуса, только винный белый, никаких панировочных сухарей, только пшеничные гренки, а еще обязательно пармезан и только салат ромэн. Римский салат «Романо» или «Ромейн», как его еще называют, не относится ни к ряду кочанных салатов, ни к ряду листовых. Темно-зеленые длинные листья, плотные и сочные, становятся светлыми в середине, образуют даже не кочан, а скорее бутон, и обладают орехово-сладковатым вкусом, который не потеряется даже в миксе с прочими салатами. Именно ромэн используется в канонической версии Цезаря. Специалисты утверждают, что если замена его возможна, то только на айсберге, уж никак не на пекинскую капусту или латук. А вот с белковой частью салата можно и нужно экспериментировать. Куриная грудка, мясо, рыба, грибы. А вот у нас сегодня, присмотритесь, один из самых легких вариантов. Легкий цезарь. Салат. Яйца опустить на 30 секунд в кипящую воду и отделить желтки. Взбить с уксусом и щепоткой соли. Продолжая взбивать, добавить оливковое масло, чеснок и перец. Нарезать хлеб, подсушить в духовке. Выложить на тарелку листья салата ромэн. Салат разорвать руками, никакого ножа. Заправить соусом, сверху распределить кубики легкой вареной колбасы, гренки и пармезан. Пармезан можно натереть на терке или нарезать тонкими прозрачными ломтиками, но суть это не меняет. Весной особенно актуально, лет не за горами, пересмотреть свой рацион, сделать его легче. Ясная Горка – это легкие диетические продукты, изготовленные из отборного мяса птицы с натуральными специями. Не содержат ГМО. В них сохранены все полезные свойства куриного мяса. В колбасе куриной «Лайт» в 2 раза меньше жира, чем в колбасе докторская. Колбаса «Лайт». Попробуй легкость на вкус.